Урок 15. Задача первая. Упростите выражение. Выражение со скобками. Раскрывать скобки следует, начиная с внутренних скобок. Если перед скобками стоит плюс, скобки надо отбросить, знаки не меняются. Если перед скобками минус, раскрывая скобки, знаки надо поменять на противоположные. 6b в кубе минус 6b в кубе. Взаимно уничтожаются, их сумма равна нулю. Минус 5b квадрат плюс 5b квадрат. Взаимно уничтожаются, их сумма равна нулю. Так, теперь давайте раскроем вот эти скобки. Перед скобками минус. Раскрывая скобки, знаки надо поменять на противоположные. Значит, будет минус 3 плюс b плюс 9 плюс 4. Теперь давайте раскроем эти скобки. Перед скобками минус. Знаки надо поменять на противоположные. Плюс b минус b. Взаимно уничтожаются, их сумма равна нулю. Теперь давайте приведем подобные слагаемые. 9b в четвертой минус 1b в четвертой будет 8b в четвертой. Плюс 3 минус 9 до минус 4. Значит, будет минус 10. Значит, ответ 8b в четвертой минус 10. Задача вторая. Верно ли утверждение? Сумма четырех последовательных четных чисел делится на 8. Так, формула четного числа. 2 умножить на n. Если рассматриваются натуральные числа, n натуральное. То, которое идет следом за ним, четное, на 2 больше. Затем еще на 2 больше и еще на 2 больше. Надо раскрыть скобки, привести подобные слагаемые, и получится 8n плюс 12. Первое слагаемое делится на 8, потому что один из множителей 8, а второе слагаемое при делении на 8 дает остаток 4. Значит, сумма на 8 не делится. При делении на 8 будет остаток 4. Значит, данное утверждение неверно. Задача третья. Сумма двух двучленов равна x в кубе плюс x в квадрате плюс x минус 1. А их разность x в кубе минус x в квадрате плюс x плюс 1. Назовите эти двучлены. Обратите внимание, что знаки не меняются вот у первого слагаемого и у третьего. Значит, первый двучлен – это x в кубе плюс x. А второй двучлен будет x в квадрате минус 1. Вот. А когда находится их разность, вот здесь знаки будут противоположные. Итак, первый двучлен x в кубе плюс x, второй двучлен x в квадрате минус 1. Задача четвертая. Сколько лет брату, если 3 года назад брат был старше сестры в 2 раза, а 7 лет назад в 4 раза? Давайте за x обозначим возраст сестры 7 лет назад. X лет было сестре, а брат был старше в 4 раза. 4x. 3 года назад брату 4x плюс 4, потому что прошло 4 года. Брат стал старше на 4 года. И сестра стала старше на 4 года. И брат в 2 раза старше сестры. Значит, давайте запишем вот такое равенство. Если возраст сестры 3 года назад умножить на 2, то получится возраст брата 3 года назад. Решая уравнение, находим x. x равен
Двум. Вопрос задачи. Сколько брату сейчас? Если брату 7 лет назад было 4х, 4 умножить на 2 – это 8. Значит, сейчас брату 4х плюс 7. То есть 8 плюс 7 – 15. Ответ – 15 лет. Задача пятая. Какая цифра будет последней после возведения числа 303 в степень 304? Интересует только последняя цифра. Основание степени оканчивается на 3. 3 в первой, 3, 3 в квадрате, 9, 3 в кубе, 27 оканчивается на 7. 3 в четвертой, 81 оканчивается на 1. Если 1 умножить на 3, будет опять 3, потом 9, 7 и 1. То есть повторяются только эти 4 цифры. То есть значения степеней будут оканчиваться вот только на одну из этих 4 цифр. Так как показатель степени – число, делящееся на 4, а повторяются только 4 цифры, значит, последняя цифра будет 1. Ответ – 1.